Евангелие от Луки, глава 14. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Tämän päivän evankeliumitekstin äärellä olemme vakavan asian ääressä. Сегодня рядом с текстом Евангелия мы находимся рядом с очень важным делом. Ja tuntuu sellaista avuttomuutta tässä maallikkona olla tämän tehtävän ääressä selittämässä teille, mitä Jeesus tällä puheellaan tarkoittaa. И поэтому, находясь рядом с этим текстом, мне кажется, мне очень трудно, будучи еще не священником, а просто проповедником, разъясняя этот текст. Jeesus on hyvä opettaja. Иисус хороший ученик. Hän noudatti jo tuolloin 2000 vuotta sitten opetusmenetelmää, jota tänäkin päivänä käytetään ja arvostetaan. Он тогда еще, 2000 лет тому назад, использовал в проповеди те методы, которые используются и еще сегодня, в настоящее время. Hän puhuu ja opettaa konkreettisiin esimerkkein ja ottaa ne aiheet arkipäivästä, siitä ihmisten ympäristöstä. Он говорит, изрекает конкретные события и берет в примеры те события, которые окружают его и среди людей. Mekin voimme samastua näihin asioihin tänä päivänä ja tässä meidän arkielämässä. Мы тоже сегодня можем останавливаться на таких примерах, которые у нас имеются в будничной жизни. Tämä sunnuntai aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan ja se, kuinka meidän on tähän kutsuun suhtauduttava. Тема сегодняшнего воскресенья – призыв Царства Божье и то, как нам относиться надо к этому призыву. Tätä kutsua viedään teille, kaduille, toreille. Этот призыв отнесут на дорогах, на проселках, к изгородям, везде и всюду, к улицам. Sitä tuodaan tänne Viteelleen, sitä viedään Koveriin, sitä viedään Kuopioon. Этот призыв несут как Видлицу, Коверу, так же и в Куопио. Sen kutsun kohde on iankaikkinen elämä taivaassa Herran Jeesuksen luona. Объект этого призыва – вечная жизнь на небе рядом с Богом, с Иисусом Христом. Ja siinä kutsussa kehoitetaan myös tutustumaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, kutsun esittäjään. Нас призывает познакомиться с Иисусом Христом, кто нас и призывает. Tämä tutustuminen tapahtuu Jumalan sanan kautta. Это познание и знакомство с ним происходит через слово Бога. Pyhän Hengen ohjaamana. Под руководством Духа Святого. Pyhän Hengen lahjoittaa meille taivaan Isää.
sillä hetkellä, kun annamme sovittaa itsemme hänen kanssaan. Святой Дух предлагает и знакомит нас с Отцом Небесным, когда мы с вами согласуем наши собственные грехи с нашим Спасителем. Pyhä Henki on opastaja. Святой Дух является для нас учителем и гидом. Kutsun vastaanottaminen ei ole kevyt asia. Принять такой призыв нелегкое дело. Jeesuksen puhe tuntuu ankaralta. Иногда речи Иисуса Христа кажутся жестокими, крепкими. Mutta kun muistamme hänen opetusmenetelmänsä, niin rajut esimerkit, että ne todella pysäyttävät. Siis Jeesus käyttää niin rajuja esimerkkejä, että ne todella pysäyttävät. И когда мы слушаем речи Иисуса Христа, как Он говорит и какие иногда страшные примеры Он приводит, мы начинаем лучше Его понимать. Ja tässä evankeliumitekstissä kuulimme, että jos kutsun vastaanottaja ei vihaa isänsä ja äitiään, vaimoaan, lapsiaan, veljiään, sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Здесь в первом стихе, который мы прочитали, 25 стихе говорится: если тот, кто должен принять призыв Иисуса, не приходит ко мне и не ненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Mitä ihmettä tämä Jeesuksen puhe oikein tarkoittaa? Как чудесно, удивительно эта речь Иисуса. Eikö meitä opeteta jo uskon perusasioissa vanhempiemme kunnioitukseen? Разве наши традиции или наша вера не учит нас уважать своих родителей? Uskollisuuteen puolisoa kohtaan ja rakastamaan lähimmäisiämme. Разве наша вера не обучает любить наших близких людей, также наших супругов или супруги? Kun me luemme Raamattua. Когда мы с вами читаем Библию. Ja muistamme tämän Jeesuksen opetusmenetelmän, esimerkit sitä ympäristöstä, missä hän toimi. И когда мы помним или вспоминаем те примеры, которые Иисус Христос берет из будничной жизни, из окружающей жизни, и методы Его обучения. Jotta me ymmärrämme, meidän täytyy tuntea sitä sen aikaista elämää. Мы тогда начинаем понимать, что нам надо познать, узнать жизнь того времени. Ja sen elämän hyviä tuntijoita ovat papit, teologit. И самыми лучшими знатоками той жизни являются теологи и священники. Teilläkin seurakunnassa on tällainen palvelu. У вас тоже, у нас здесь или в нашем приходе тоже есть такое служение. Jos te joudutte Raamatun ääressä, vaikea asia ääreen, semmoisen ylipääsemättömän asian ääreen. Когда мы встречаемся, изучая Библию, изучать очень трудные вопросы. Ottakaa yhteys seurakunnan pappiin. И тогда нам надо принять участие и связь иметь с священником прихода, с пастором. Paimeneemme. С нашим пастырем. Ja täällä Vitelessä hän on Andrei Kozlov. И здесь Видлица у нас Андрей Козлов. Ja Jeesus tässä sanoo vielä, että kun tämä kutsu ottaa vastaan, siinä täytyy ottaa myös risti ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Иисус говорит нам, когда мы принимаем такой призыв, нам надо взять и крест свой с собою и следовать за Иисусом Христом. Seuraava jae jo avaa meille tätä jonkun verran tätä Jeesuksen tarkoitusta. Следующий стих каким-то образом уже раскрывает нам назначение, что имел в виду Иисус Христос. Jeesus puhuu rakentajasta, joka suunnittelee rakentavansa tornin. Иисус рассказывает о строителе, который решил построить башню. Jälleen elävä esimerkki. Очень живой пример из жизни. Teistä moni on rakentanut talon. Наверняка многие из вас строили дом.
Kustannuksia on laskettu ja mahdollisuuksia punnittu. Рассчитали заранее уже свои возможности и свои средства. Jos mahdollisuudet nähdään vähäiseksi, hankkeesta luovutaan. Если, конечно, средств недостаточно, тогда приходится от этого проекта отказаться. Mutta jos vähäisin resurssein lähdetään hankkeeseen, se voi jäädä kesken. Если очень мало у строителя ресурсов, средств, тогда строительство остается несовершенным. Ja me voimme joutua jo edestäpäin tai ainakin takanapäin, niin pilka ja puheiden kohteeksi. Тогда мы можем стать объектом насмешки от окружающих. Jeesuksen opetuksen loppupäätelmä on, ettei meistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, voi olla Jeesuksen opetuslapsi. И в заключение Иисус Христос говорит нам: тот, кто не отказывается от всего своего, тот не может быть учеником его. Jeesus esittää tässä vielä esimerkin kuninkaasta, joka tahtoo lähteä sotimaan. Иисус приводит ещё нам в пример царя, который отправляется на войну. Ja hänkin punnitsee mahdollisuuksia, ja jos huomaa ne vajaiksi, niin hän alkaa hieromaan rauhaa. И он тоже рассчитывает уже заранее свои возможности. А если считает, что таких возможностей для победы нет, он посылает свое посольство, как написано, и просит у врага мира. Mitä ovat sitten ne laskelmat ja arvioinnit, joita meidän tulee tehdä, kun saamme kutsun seurata Jeesusta? Каковы же наши расчеты, когда мы с вами принимаем такой призыв от Господа Бога? Tämä Jeesuksen opetus siinä ympäristössä, missä hän tämän suoritti, kohdistui erityisesti kirjaoppineisiin ja fariseuksiin. Это обучение, которое он проводил в данном случае, в данном тексте, относится к книжникам и фарисеям. Raamattu käyttää heistä tällaista nimeä. Именно Библия использует о них такое название. He kyllä tunsivat sen aikaisen Raamatun kirjaimen erittäin hyvin. Конечно, эти фарисеи и книжники хорошо знали Библию того времени, буквально. Но в своем сердце они этого обучения не понимали. Мы можем сказать, что Святой Дух их не направлял, не обучал. He yrittivät kaikessa täyttää säännöt. Они хотели во всем только исполнять правила. Siihen ei kuitenkaan he pystyneet, emmekä pysty mekään. Они к этому не способны были, и мы тоже с вами не способны. Tarvitsemme armoa, ja sitä tarjoaa meille Jeesus Kristus. Мы нуждаемся в милости, и эту милость может дать только нам Иисус Христос. Tuo armo on lunastettu Golgatan ristillä. Эта милость уже искуплена на Голгофе, на кресте Голгофы. Me emme voi olla puolittaa Jumalan lapsia ja puolittaa maailman lapsia. Мы с вами не можем быть наполовину детьми Бога и наполовину детьми мира. Meidän tulee olla kristittyjä myös arkipäivässä. Нам даже в будничные дни мы должны быть христианами. Ihmisten keskellä. Среди людей. Ei vain sunnuntaina kirkossa. Не только воскресенье в церкви. Mutta kun painamme tuo ulko-oven kiinni. Но когда мы закрываем эту внешнюю дверь церкви. Lähdemme kilvoittelemaan. Мы начинаем бороться. Että me kerran olisimme täydelliset. Чтобы однажды мы были совершенны. Me olemme ristin kantajia. Мы с вами несем крест или носители креста. Jeesus sanoo, että kuka häntä seuraa, hän myös kantaa ristiä. Иисус так и говорит: тот, кто следует за ним, он несет свой крест. Vaikka me saamme sovituksen. Несмотря на то, что мы получаем искупление. Me ollaan syntisiä loppuun saakka. Мы являемся грешными до самого конца. Mitä sitten on tämä risti? Что из себя представляет этот крест? Tämä risti voi olla sairaus. Крестом может быть болезнь наша. Läheisten omat ongelmat. Проблемы наших близких, родных. Taloudelliset huolet. Хозяйственные заботы.
aikomuksemme. Свои наклонности. Mutta Jeesuksen seuraaja kulkee katse suunnattuna uskomme alkajaan Kristukseen ristille. Однако последователи Иисуса Христа не смотрят назад, а смотрят на того, кто несет, понес крест уже заранее за них. И они следуют именно тот, кто начал нести этот крест и призыв. Usein keskustelemme siitä tai kuulemme, kun puhutaan tämän kutsun saamisen jälkeen, että jos minä otan vastaan Jeesuksen kutsun, mistä minun on luovuttava? Часто люди спрашивают, когда слушают или слышат призыв Иисуса Христа, они тогда спрашивают, от чего мне надо отказаться? Onko minun luovuttava nautinnoista, elämän iloista? Может, мне надо отказаться от радости жизни, от увлечений своих? Läheisistä, ystäväjoukosta. От своих близких и друзей? Ehkä tämä on sitä kustannusten laskemista. Это вероятно является как бы для нас расчетом сосчитать, от чего мы отказываемся. Jeesus haluaa tulla meidän sydämemme valtiaaksi. Иисус желает стать господином нашего сердца. Hän haluaa yksin hallita sitä. Он желает один только владеть нашим сердцем. Hän tarjoaa paljon enemmän kuin mitä ovat edellä luetellut nautinnot ja elämän ilot muun muassa. Он намного больше нам предлагает в сравнении с тем, каковы наши радости жизни и увлечения и так далее. Hän tarjoaa meille lapsen paikkaa isän sylissä. Он предлагает нам место дитя в объятиях своего отца. Jumalan valtakunnassa. Именно в царстве Божьем. Tämän päivän epistolatekstissä, siellä hebrealaiskirjeessä, siellä kehoitetaan, että meidän pitäisi panna kaikki pois, mikä painaa. Там говорится нам, что нам надо бы оставить все, что нас давит. Ja synti. И в первую очередь грех. Ja juostava kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. И бежать впереди в борьбе. Hallitseeko meidän sydäntä synti, syyllisyys vai Jeesus Kristus? Владеет ли нашими сердцами грех, виновность или же Иисус Христос? Jeesus Kristus on paljon enempi kuin meidän vanhemmat. Иисус Христос намного дороже и больше, чем наши родители. Vanhempiemme tehtävänä on huolehtia meistä tässä ajassa. Задача родителей – заботиться о нас здесь, на земле. Mutta Jeesus vie meidät iankaikkisuuteen. Но Иисус поведет нас к вечности. Eli meille tarjotaan sitä paikkaa isän sylissä Jumalan valtakunnassa. Именно нам сейчас предлагается то место, место дитя в объятиях отца нашего. Sellaisen valtakunnan jäsenen osaa, jonka hallitsijalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Такое членство в Царстве Небесном и в Царстве Иисуса Христа, у кого есть вся власть и на небе, и на земле. Tuolla Matteuksen evankeliumin 10. luvussa jakeessa 37 kerrotaan tästä Jeesuksen opetuksesta myös. В Евангелии от Матфея, 10 главе, 37 стихе, тоже говорится об этом обучении Иисуса Христа. Siellä Matteus kirjoittaa, että Jeesus sanoo, että joka rakastaa isänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. И то, там Иисус говорит о том, тот, кто любит своего отца и свою матерь больше, чем меня, тот не подходит мне. Meitä on täällä 30 tässä kirkkosalissa. Но сейчас сегодня у нас около 30 человек в этом зале. Ja minä väitän, että meillä on täällä paikalla kristittyjä. Я утверждаю, что здесь у нас на месте христиане. Jotka eivät ole mekaanisesti tehneet näitä laskelmia. Которые не механически сделали такие расчеты.
vaan Jumalan kutsu on tullut niin voimakkaana, että ei ole kerinnyt ruveta laskemaan ja etsimään paperia ja laskukonetta ja Exceliä, vaan sitä on lähdetty siinä paikassa Jeesusta seuraamaan. А именно призыв Господа Бога для нас оказался таким сильным, что нам некогда взять бумагу, рассчитать, сколько это стало бы стоить. Jos me alamme tehdä niitä laskelmia. Если мы будем считать, рассчитывать. Me emme ehkä haluakaan Jeesuksen seuraa. Мы тогда, вероятно, и не пожелаем следовать за Иисусом. Tämä maailma pitää meistä edelleen silloin kiinni. Потому что этот мир будет крепко по-прежнему за нас держаться. Jeesus haluaa tulla siis sydämemme valtiaksi. Итак, Иисус желает стать господином нашего сердца. Kun hän on meidän sydämessämme. Когда он живет в наших сердцах. Se sydän on silloin täynnä rakkautta. Тогда наше сердце полно любви. Olen joskus kuullut puhuttavan, että se on astia, joka kun siihen kannetaan tarpeeksi vettä, se lopulta ylivuotaa. Я когда-то услышал такую версию: наше сердце как сосуд, когда туда жидкость наливается и много, тогда через она будет вытекать из этого сосуда. Me tarvitsemme valtavan määrän itse sitä Jumalan rakkautta. Мы сами с вами нуждаемся большой любви Бога. Me ollaan maailmassa niin haavoituttu, meidät on lyöty niin mustelmille, me ollaan rikkinäisiä. Наш мир так нас обижает до темноты, может, до пятен темных. Поэтому мы нуждаемся в такой сильной любви Божьей. Mutta Jumalan rakkaus parantaa. Но однако любовь Господа Бога нас исцеляет. Ja tämä rakkaus käynnistää meistä rakkauden lähimmäisiä ja lähiomaisiamme kohtaan. И такая любовь Господа Бога дает и нам любовь к своим близким, родным. Tämän rakkauden me saamme uskon lahjana. Именно эту любовь мы получаем как дар Божий. Ja Jumalan sana kehottaa: usko Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut. И совет Господа Бога: верь в Иисуса Христа, и ты спасешься. Pappi Andrei siunaa meidät tämän Jumalan palveluksen jälkeen viemään kutsua. Наш пастор после этого богослужения благословит нас, чтобы этот Божий призыв мы отнесли бы по дорогам, по селам, по домам и так далее. Olkaamme uskollisia tässä tehtävässä. Давайте будем верными в этой работе. Jeesuksen nimeen, аамен. Во имя Иисуса, аминь. Может показаться, что Иисус призывает нас становиться такими религиозными фанатиками. No, niin kuin hän, Andrei sanoi sitä, että Jeesus meitä niin kuin kutsuisi, että me olisimme niin kuin fanaatikko, mikä se on? No, fanaatikkoja. Забросить работу, продать дом, одеть на себя рубище и сидеть только молиться. No kyllä, Andrei sanoi, niin kuin meillä tuli sellainen merkki, että Jeesus kutsui, että me jättäisimme koko työn. Ja aina vaan, ja kaikki muut, kaikki tehtävät, aina vaan rukoilisimme ja rukoilisimme koko päivä. Но это не так, это неправильное понимание, если мы смотрим в текст Библии, да, вот на этот текст, и понимаем это так. Это не этот призыв. Ei saa näin ymmärtää, tämä on väärä kutsu. Бог просто говорит: посмотрите, что ценно для тебя внутри тебя. Jumala sanoo meille, sinä katso, mikä on oikein tärkeä sinun sydämessä. Что оно там, что в тебе? Расскажу один пример, который, наверное, где-то параллельно проходит с этим текстом. Я услышал это в семинаре у одного финского преподавателя. Он был пастором, он служил литургию. Потом другой пастор проповедовал, и он сидел, ждал, когда закончится проповедь. Закончилась проповедь, и наступило время, когда собирают пожертвования. Он всегда ложил в карман там 50 рублей.
Но в этот раз он, наверное, забыл, не перепутал и положил туда чуть ли не 1000 рублей. Как-то так вот случилось. И он видит, что тетенька, которая с этим, она приближается к нему. И он смело достает. И видит не 50 рублей, 1000 рублей. И вот тут он испугался. Что делать? Мне не пойти в кошелек, не взять 50 рублей и поменять, и прийти. А она приближается с этим мешком. Надо или отдать, или сделать вид, что, ну... Конечно, он положил эти деньги, но он, как рассказывал, это был для него очень большой урок. Урок в том, что Бог показал через эту такую, может быть, смешную ситуацию, насколько даже для священников мир, в котором мы живем, мир вне Бога, он очень привязывает нас. No, kyllä tämän papin kautta tämä esimerkki kertoo sitä, että papitkin ovat riippuvaisia maailmasta, ympäristössä, missä he asuvat. И это такой показатель, что каждый день мы с вами учимся. No, tämä vielä esimerkki osoittaa, että joka päivä meidän pitää oppia elämään. Правильно Марти проповедовал, что теперь, когда все... Бог даровал нам это спасение. Наступает время, когда мы не просто живем в благодати, вот все хорошо, а учимся, как через этот пример с пожертвованием в 1000 рублей. И Бог иногда, ну не иногда, Он всю нашу жизнь. Он раскрывает такое истинное состояние нашего сердца. Что там, ну, на самом деле? Какой мир в сердце, какие там грехи, какие желания, что там на самом деле? Для того, чтобы это поменять и научить нас. Jumala niin kuin haluaisi opettaa, vaihtaa, mitä meillä täällä sydämessä on, ja opettaa. Потому что в итоге страшнее окажется то, что как ситуация со священником. No sanottu, kauhea oli kyllä, kun mitä tapahtui tämän papin kanssa. Alba, stola. Kaikki hänellä oli tämä valkoiset, mitä tämä on tällaiset, papin vaatteet. Крест. Ja ristikin kanssa. Благочинный вид. Наступило время отдать 1000 рублей. И я испугался что-то потерять. И может оказаться, что я его суну обратно. И вот это хуже. Будем учиться. Но исполним следующий гимн, во время которого, кстати, будут собираться пожертвования.